то есть вот смотрите, проходите, садитесь здесь, здесь. Я бы хотел, чтобы сегодня мы окончательно договорились закончить эту вашу необъявленную войну между собой. Вот так. Или вы будете иметь поддержку от нас и лично от президента в период предвыборной кампании, или вы ее лишаетесь. Это, я думаю, очень серьезно. Поэтому вы должны отбросить личные распри, какие-то, понимаешь, претензии, подписать соглашение, которое, значит, в прошлом году еще подготовлено, лежит неподписанное, так что пока никаких на 15-20 лет никаких претензий территориальных, значит, обеих сторон нет. Я не намерен увеличивать туда и силы МВД, и к вам, и также вооруженных сил, не намерен.